Всем привет, с вами Дэвил, и сегодня мы с вами начинаем трансляцию по фармингу, симулятору, который давно хотел постримить эту игрушку, потому что, ну, многие я видел ее и стримили, и снимали на ютубе, но что-то я как-то к таким симуляторам относился как-то с презрением. Мне вот реально вот эти вот симуляторы, ну вот по видео, как-то не очень нравились, казались очень-очень скучными. Но вот сейчас мы на стриме как раз и посмотрим. Я решил начать с обучения. Надеюсь, я его быстро пройду, потому что кто еще не играл, тоже посмотрит, что тут за, так сказать, что тут вообще за геймплей. Ну, скорее всего, все играли. Но Farming Simulator 17 вроде как новая игра. Она, кстати, хорошо оптимизирована, поэтому там покупайте, скачивайте, играйте, кому понравится. Так, ну-ка, что я тут понажимал? Обучение. Ага. Так. И, кстати, я вот сейчас делаю прямую трансляцию. Вроде как захавало у меня больше половины FPS, как всегда, но вроде еще как-то пашет. Ладно, заходим. Так, вот так мы. Так, что дальше надо делать? Ага. На Q мы присоединить должны вот это вот приспособление. Дальше что мы должны сделать? Мы должны отпустить культиватор с вами. Вот так его опустить. Так, подождите-ка, я посмотрю, что там у нас со стримом. Так, все вроде нормально записывается. А, точно, ребят. Во, вот так-то лучше. Так, все. Можно продолжать. Я уж не думал то, что игра настолько хорошо оптимизирована. Вот эта вот фигня, я не знаю, почему она ко мне тут прицепилась. Вроде как мы вот видим, видите, спахиваем. У нас тут культиватор. Я вот не пойму, что за сундук там, куда он исчез. Я не знаю, для чего он нужен, но он куда-то исчез у нас. А, точно, у нас еще есть этот... А, вон он, сундук этот. Я не знаю, для чего он, но и пофигу. У нас тут есть это круиз режим, то есть мы вообще очень быстро двигаемся, и все по автомату у нас. Вот это вот очень удобно. Автоматически двигаться, да еще с большой скоростью, это очень круто. Сейчас мы вот так все спахаем тут. Я знаю то, что я очень крутой фермер. Это все знают. Вот видите, прошли немножко обучение. Теперь мы должны что делать? Я вот не пойму, зачем вот эту хрень нам? Что это вообще дает? Ой. Что это такое вообще? Для чего это? Ну ладно, пофигу. Также мы подъезжаем, вот так цепляем. Теперь что мы делаем? А, это получается, мы должны... Это уже приспособление для посева или для... Ну, короче, это сеялка, она сеет. Логично, я думаю. Так, что еще мы можем сделать? N. Открыть крышу. Ну и все, в принципе. Должно все работать. Нет, нифига не работает. Так, теперь что? Теперь мы должны, получается, с вами... Я не знаю, что мы должны делать тогда.
отпустить сеялку, и она теперь сеет. Во, пошло дело. Ха-ха. Сейчас мы все тут засеем нафиг. Вон у нас справа, как видите, прогресс, так сказать, нашего обучения отмечается. Очень все интересно сделано довольно-таки. Вот так вот желательно приближать, а то издалека как-то не очень выглядит. А так вообще зашибись. О, обучение вроде как немножко прошли. Хорошо. Теперь у нас что это такое? Это уже надо сейчас собирать нам посев. Получается, что это? Я не знаю, зачем крышу открывать, ну ладно. Ну-ка, выбрать другое приспособление. Так, все, я понял. Выставить трубу. Это чтобы отсыпать, я так понял. То, что мы добыли. Еще что? Сложить комбайн не надо. Включить комбайн. Включить. Потом чё? Все вроде. Мы должны уже начинать собирать, да? Ну круто. Вон у нас справа как раз пишется все. Все, что мы собираем. Ого! Вот это да! Уже 50% забили от хранилища. Круто. Так, и что дальше? О, типа. А, точно, я понял. Надо типа сейчас это... высыпать вон туда, в эту телегу. Давай, 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 сюда, 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 эй! Все, пошло дело. Оно автоматически все сеет, круто. Точнее, не сеет, а вытаскивает. Ну ладно, пофигу. Это у нас маг. Прикольно. А вот это вот мы, по идее. Обучение вроде бы. Мы еще не прошли, ну ладно. Давай еще тогда немножко пройдемся. Пробежимся вот так вот. Так, теперь я типа должен... Я теперь должен... Вот так от первого лица прикольно, конечно, сделано все. Так, мы должны сесть, получается, и... Ну-ка, уйди-ка, подсказка. Сейчас мы отвезем вам зерно. Так, что у нас там в чате? Ребята, чё ж вы не заходите? И где разгрузка? А, вот, все, пошло дело. Ха, прикольно. Да уж. Так, теперь что нам надо? Че это такое? Зачем? Че теперь надо? Спахивать. Ну давай спашим тогда плугом. Отпустить. Повернуть.
Так, колесо. Ага, тут даже колесо есть, прикольно сделано. Так, что еще? Ну и все, в принципе, да. Пошло дело. Да иди ты, ё-моё, какая-то фигня постоянно тут лежит. Я не знаю, зачем ее тут поставили. Для чего? Давай быстрее работай плугом. О, все. Мы прошли земледелие, офигеть. Удобрение. Про удобрение я ничего не знаю. Мне надо хотя бы узнать, где его взять. Я имею в виду не откуда, ни с чего там взять, а я, конечно, знаю, как удобрение делается. Так. Мне нужно узнать, где хранится само... А, во! Как раз. Наваляли там куч коровьев. Все. Разбрасыватель. О! Ё-моё. Нифига себе там говна. Ну вот у нас удобряется потихоньку. Вон как весело-то. Ох, как весело-то. Ох, сейчас. Сейчас вообще полетит-то эта вся дресня. Сколько ее. Так, а тут что такое? Тут у нас что такое? Ну-ка давай посмотрим. Так. Включить цистерну для навоза. Воу, полегче. Фу, тут какой-то вообще это нафиг. Жидкий кал, короче, пошел. И что, типа вот так я должен во все стороны ее. Можно и дресней, получается, это все обливать. Офигеть. Я не думал то, что вообще так можно дресней все обливать. Ё-моё. Сам главное в это не наступить. О, еще какие тут прибамбасы. Ё-моё. Что, это тоже нам надо? И для чего это все делается? Опустить. А, полольщик. Полольник. От слова полоть, что пололим, блин. Ну давай опустим. И чё дальше? Тебе больше ничего не надо? Да не, надо что-то развернуть X. Ого! Ого, как? Я не думал, то, что такая конструкция. Может быть, ну давай. Опять сейчас круиз этот режим сделаем. Офигеть. Это да. Офигеть, как он большой этот паломник. Так хотя бы удобнее. Так, это что такое? Это тут, походу, дерьмо как раз. Это что, тоже надо нам прицепить? Да уж. Так. О! Прикольно. А почему-то распределитель удобрений.
Такое ощущение, как будто это мы полили, а не удобрили. Ну ладно. В принципе. Так, а это что у нас? Также опускаем. Это несколько видов, типа культиваторов. О-о-о. Нифига себе, это сорняки, я так понял, да? Ну-ка, что это такое? Какие-то сорняки, нафиг, мы их уничтожаем. По-другому и не скажешь. Мы их все уничтожаем, короче. Короче. Подождите-ка, ребят, мне нужно отойти. Итак, мы продолжаем. Что-то у нас тюкование какое-то еще. Какой-то новый вид. Что это вообще такое, сейчас мы узнаем. Нью-Холланд, он какая-то большая такая махина, прям как трактор. Так, и что дальше надо? Во, вроде как работает. Так, подождите-ка. Во, все. И что он делает? Он у нас... А, ясно. Я понял, что у нас там он делает. Он сноп сена делает. Там всякие кубы из сена делают, короче. Блок сена делает. Во. Круто. Не, вот в этой игре, я так понял, самые современные способы. Это, можно сказать, современный фермер, симулятор. Круто, такие вот блоки мы оставляем тут. Так, а как скидывать-то? Поднять подборщик. Поднять, не надо поднимать. Они должны типа сами падать. Ладно. О, за каждый блок там сразу четвертинку уже готово. Ну мы тут уже две полоски, в принципе.
уже обработали. Так, еще немного. Еще немножечко. Давай, 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 давай. Жри, сено, жри. Жри его. Все. Тюкование прошло успешно. Еще что-то надо знать, офигеть. Так, теперь у нас вот такая вот штука. Теперь что у нас? Рабочую. Ага. Изменить направление. И как это должно вообще работать? Нифига себе, круто. Немножко неудобно, но круто на самом деле. Можно научиться, я думаю. Вот это вот приспособление, оно у нас складывает сено. Это очень круто. Кто еще будет за вас сено складывать? О! Ничего так складывает нормально. В смысле? А, мы это должны... Мы это должны сейчас, получается, так, куда? Туда вот надо, значит, отвезти вот это вот все сено. Сейчас отвезем. Осторожненько. Так. Вот в этот вот амбар, я так понял, надо отвезти. Давай-ка отвезем. Да уж. Я чуть немножко не влазю. Я что, это должен тогда задом, что ли, завести или как? Как вообще это завести, а? Ну ладно. Сейчас попробуем так тогда завести. Сложно немножко, сложно. Так, что у нас там что-то? О, привет, Сара. Добро пожаловать на стрим по фарминг-симулятору. Дела нормальные. У тебя как жизнь? Вот как бы нам завести сейчас сено, вот это неинтересно. Получается, придется задом как-то завести. Ну-ка, вроде как... Вроде как пока что прямо шло, но сейчас вот не знаю даже. Как не очень даже. Можно попробовать еще боком как-то завести. Ну, ё-моё, ну... А, точно, мы же можем... Так, постойте-ка. Транспортное положение. Во! Вот так надо делать. И дальше как? А, выгрузить. Выгрузить. Ну чё вот? Он выгружает как-то плохо. Так, я выгрузил, а... Чё он там мне выгрузил-то?
Куда это все приволок, а? Давай, бери тогда как-нибудь. Ё-моё. Отцепить нафиг. Я типа сюда должен как-то взять и выгрузить. Офигенно просто придумано. Иди приготовь покушать. Приятного аппетита. Так. А чё нам... Чё нам тогда делать, если у нас сейчас провалилось всё? Я даже не могу в руки взять эту фигню. Чё-то разработчики вообще не могли догадаться, то, что некоторые игроки могут, например, вот так вот сделать, как я. Просто взять и... Не выгрузить меня, нифига. Ну, в принципе... Чё тут? В принципе, это и так понятно, что тут делать. Теперь вопрос, что тут делать с этими всякими животными. Сейчас посмотрим. У нас там что, свиньи, что ли, внутри? Нет, у нас свиньи. Так, а что мы должны сделать-то? Мы должны подъехать, получается, и купить свинью. Или что мы еще должны сделать? Здесь, типа, нам свинью подарят, да? Давай, подари. Ну где тут чё? Где обозначение, то, что мне нужно чё-то сделать там? У меня кусты тут. А, нет, подсолнухи. Там, типа, можно купить их. Вот здесь где-то можно купить. Ну ладно, давай зайдем тогда, посмотрим, чё почём. Ау! Есть тут продавцы, продайте свиней. Где вы вообще, а? Что за фигня нафиг? Заходить в здание нельзя вообще. Никак. А, вот оно что, открыть меню животных. Свинью хочу купить. Купить. Сколько надо их купить? 9 штук. Подтвердить. Да. У нас теперь есть свиньи. Ура! Свинюшки. Ура! У нас теперь есть свинюшки. Да уж. Их даже не отмыли, нам закинули. Зачем вот грязных животных нам кидать сюда, а? Ну ладно. Сделаем мы из них шашлык. Свинюшки хорошие. Так.
еще можно сделать? Опустить. Сюда, типа, их можно закинуть, я так понял. Ну-ка. Ну чё, свинья? Свиньи. Свиньи, ау. Чё вы будете делать сейчас? Свиньи, выходите. Свиньи, выходите. Поднять прицеп. Так, что еще можно открыть крышу? Выйти из машины, закрыть крышу. Ё-моё. Как мне это сделать-то? Опустить прицеп. Поднять. Я не пойму, ё-моё. Может просто отцепить. А, вон. Вон тут что-то. Что-то тут есть. Конечно, не понимаю прикол пока что, зачем их туда закидывать, но можно попробовать туда их закинуть, в эти кучи. Они что-то не хотят выходить, задолбали. Как вас отсюда выпустить? Теперь отправляйте чё? И чё? Отлично, отправляйте теперь. Ну вот, я это всё сделал. Выпрыгивайте, свиньи. Я еще должен содержать, что ли? Достали уже. Свинарник. Вот что похоже на свинарник? Ну вот, допустим, вот этот свинарник. Вы можете уже выйти отсюда, а, свиньи. Нафиг вы мне тут нужны вообще, а? Я вот честно не понимаю, куда их отправлять над этих свиней. По мне, так тут все свинарник. Офигенно просто. Ну, хотя бы мы знаем, где может покупать. Лесоводство. Давайте попробуем тогда уже свою игру создать, раз уж на то пошло. Выберем, что мы выберем, сосновку или Gold Crest Valley. Ну, давайте сосновку. Так, DLC также закидываем. Надеюсь, будет интересно поиграть уже в карьере. А то что-то обучение, оно скучное очень. Итак, вот у нас, значит,
Загрузилось все. Супер. Все выглядит круто. Здесь у нас что такое? Вот здесь. Ну-ка. Так, открыть крышу. Тут у нас ничего нету. Ладно. О, мы можем на тап перемещаться по этим. Ой, как же они называются? По транспортам. Да уж, офигенно. Развернуть комбайн. Чё еще? Включить. Все, собираем потихоньку пшеницу. Она нам нужна очень. Ой, изнутри вообще очень все круто выглядит. Да уж. Внутри как-то поинтереснее даже. Так, теперь хорошо бы вот так-то развернуться. Ну-ка. Надеюсь, получится. Вот как. Вот как мне прямо вот хочется вот так. Не все, конечно, смог захватить, ну ладно. Скашиваем. Может, возможно, и все будет плохо у нас получаться, но... Я еще фермер-новичок, не получается у меня вот так осваиваться быстро в этом деле, очень трудном. Нам еще придется, наверное, за свиньями там ухаживать всякими. Это вообще... Блин. Столько всяких кнопок, я аж офигеваю. Столько всего. Там еще отвертка лежит. Солнечная погода, 6.55. Сейчас мы и вот это вот скосим. Пускай не мешается нам. Не, ну сам вот этот комбайн, вот все очень круто выглядит вообще. Это да. Ну что сказать, все-таки новая игрушка еще. Поэтому тут и графика очень крутая, и оптимизация неплохая. Я, кстати, не играл в прошлую часть, поэтому не знаю, что улучшили, что не улучшили. Говорят, тут больше контента, и она как-то реалистичнее стала. Но я лично не могу ничего сказать. Мне бы узнать, как тут деньги зарабатывать. Мы вообще вот за это, за эту пшеницу получим вообще денег? Вот меня вот это вот волнует.
Сколько у нас там? 35 уже процентов заполнено. Нам тут еще пахать и пахать. Точнее, собирать и собирать урожай. Снаружи как-то не очень все круто выглядит. А вот прям внутри этот транспорт, это вообще супер. Ну-ка, вот это вот мы сейчас тоже скосим. А то что-то... Да уж, круто мы косим. Все скашиваем там. Интересно, сколько тут таких полей придется нам спахать? Еще не спахать, а собрать. Это ж какой труд, ё-моё. Сколько времени вот на это придется нам затратить, а? Мне бы сейчас узнать, куда это все скидывать. Где-то у нас должен быть трактор. Ага. Вроде как недалеко. На карту я сейчас посмотрел там. Я вижу, что там есть. Мне, кстати, интересно, а что тут вообще есть? Я так понял, через... Так, цены. Это что это? L. Это что это такое? Литры, что ли? Почему литры? Можно также взять кредит и уплатить. У нас, я так понял. О, животные, статистика. Понятно. Тут во многом нам придется разобраться. Так, а что у нас дальше не едет? Что такое? А, ясно. Я сейчас включаю просто автоматическое вот это. Автоматическое движение, и иногда оно что-то отключается у меня, бывает. Вон, кстати, там вдали остальные, я так понял, остальная техника. Я надеюсь, там все есть необходимое. А то мне надо еще, получается, вот это вот все сено тоже там преобразовать в блоки. Много чего надо сделать. Еще надо к тачке подъехать туда. Всю пшеницу высыпать. Вон там еще большое такое поле.
Вон он у нас сидит, этот персонаж. Прикольно все выглядит так. Мне интересно, а в том озере вообще можно, не знаю, там поплавать? Надо все проверить, какие есть возможности в этой игре. Это ж нам придется, получается, тут долго торчать и постоянно вот это все собирать. Долго-то как? Надо бы узнать это, как там этих животных выращивать. У меня где-то курицы есть, но я не знаю, что с ними делать. Скорее всего, надо ждать, пока они там снесут яйца и все, в принципе. Может, их надо как-нибудь кормить. Даже не знаю. Так, зачем он у нас? А, все, все 100%. Я даже не заметил. Круто. Поехали тогда. Я даже не заметил, как мы уже все собрали. То, что надо нам. Ладно, труба пока что остается. Погнали. Сейчас мы будем разгружать. О, нифига себе, как у нас много-то. Все прям забито этой пшеницей. Здесь у нас, значит, крыша. Мы ее сейчас должны открыть вот так вот и засыпать туда. Что ж тут сенсор такой прям ужасный, точнее чувствительность мыши прям ужас. Так, ну-ка, давай-ка, засыпай. Так, ща. Во, пошло, дело пошло. Так, он, в принципе, сам все будет засыпать, да? Ну-ка. На все 100% прям засыпь. Или на сколько? Скорее всего. На все 100 будет засыпать. Ну-ка, сейчас проверим. Тут сколько у нас. Ой, не туда. Да что ж ты делаешь-то?
А, все, он высыпал. Понятно. Мы можем еще, в принципе, покосить немного. На 79%, значит. Ладно. Ладно, в принципе, и столько хватит. Так, ну-ка, дай-ка проехать. Ну, ё-моё. Ну-ка. Немножко отъедь. Так. Ага. Вот это вот мы, пожалуй... Так. Сторона разгрузки у нас назад. Зерновая дверь есть еще. Пускай будет справа, потому что мне так удобнее будет. Так, где у нас разгружать? Где у нас разгружать? Где-то здесь, скорее всего, можно разгрузить это все дело. Ну-ка. О, вон. Вон я вижу. Вот здесь вот можно разгрузиться. Угу. Здесь мы, значит, вот так нажимаем на I и разгружаем все. Так, теперь у нас, получается, в хранилище вот это все попало. Подождите-ка. Так, справка. Справка. Зачем справка? Тут, кстати, 10 видов культур. Это очень круто. Довольно-таки много. Виды культур у нас пшеница. А, понятно, это на карте чё. Так. Пшеница. Как торговать. Сейчас у нас яйца в курятнике, целое одно яйцо снесли. Надо будет проверить. О! Спасибо большое, Егор, за подписку. Добро пожаловать в армию фолловеров. Все. Еще у нас один человек присоединился. Вот тут вообще... Прям настроение поднял. Это очень круто. Так. Нам бы сейчас тогда... Надо по всем кнопкам пройтись. Мне интересно, как тут продавать вообще это все дело. А что продавать? О, магазин. Магазин. Тут какие-то марки, категории. Но я так понял, мы тут ничего продать не можем, да? В гараже у нас вот такая вот фигня, значит. Ну, а я еще только начал играть, но мне и игра очень нравится. Вот ты реально вот чувствуешь то, что ты вот играешь, как сказать, в настоящий вот симулятор, а не пародию на него. На этот симулятор, потому что тут вот чувствуешь себя современным вот фермером, тут столько всего, столько оборудования, столько контента. Я даже видел вот в эту игру, я хочу продать в данный момент пшеницу, но не знаю, как ее продавать. Ну так я хотел сказать то, что еще, кстати, стримят люди. Вот я даже не знаю, вот какой-то там дед вот реально стримил вот эту вот игру, и как по виду такое ощущение, как будто он
прям разбирается очень сильно, как будто он сам фермер. Вот почему-то у меня такое впечатление о нем сложилось. Америкос какой-то. Эта карта у нас Сосновка. Я так понял, чисто русская такая карта у нас. Российская. Очень крутая карта. Я, кстати, еще и... Я там много людей видел на стримах там. Кто только не стримит эту игру. Карту открыть. Ну-ка. А как еще, кстати, может карту открыть? На какую кнопку? Зерновой элеватор. Лесной склад. Здесь мы. Зерновой элеватор. Товарный склад. Мельница. Пекарня, лесной склад, элеватор. Но тут у нас зерновой элеватор почему-то мигает прям. Наверное, туда нам надо снять отметку. А, это снять отметку. Вот оно что. А для чего нужен зерновой элеватор, кстати? А, на элеватор. Ну-ка. Постойте-ка, мы только что на таком были, постойте-ка. Ну-ка, где, чё, когда? Где, чё, когда? Так, мы на элеватор. Значит, это тоже же элеватор. Блин, опять я нажимаю на кнопки, я путаюсь уже. Значит, там, где мы сейчас находимся, это что, это склад? Вот там, где мы, это склад, вот это вот все, это склад получается, а элеватор это уже продажа зерна. Или что? Как вообще мне понять вот это все? Это вроде по виду тоже какой-то элеватор, то же самое, в принципе. Скорее всего, то на продажу, а это как склад. Только я не знаю, куда это все улетает вообще. Как тогда вытащить со склада это все? Я, если честно, не разбираюсь. А вот здесь что такое? Здесь у нас то ли навоз, то ли непонятно что. Ну-ка, тут что такое еще? Что тут такое? Сюда что-то ничего не складывается сверху. Так. Что-то я тут не вижу. А, спасибо. А, кстати, а как со склада, например, забрать зерно? Вот как разобрать, например. А вот, кстати, вот что-то я вижу. Во. Во-во-во. Во, точно. Во, я догадался. Так, канола, ячмень. А почему это все в литрах? Ну ладно. Может, я что-то не понимаю. У нас тут пшеницы вон сколько. Сейчас загрузим. Все, можно ввести. Большое тебе спасибо, дружище. Так. Спасибо тебе большое. Сейчас я отвезу, значит, на продажу. Вот теперь как-то еще стало интереснее играть, потому что... Ну-ка, пометить место. Ща. Я пометил место, сейчас мы туда приедем. Вот теперь как-то поинтереснее стало, потому что я теперь понимаю то, что я могу теперь продать зерно. То есть я не зря вот старался, собирал вот эту вот пшеницу. Теперь она сейчас поедет у нас на продажу.
жизнь налаживается. Я даже от первого лица сделаю, потому что так кайфовее. Потому что так, ну, реально вот круто. Вот ощущаешь себя фермером, который едет на, вот, получается, я сейчас еду продавать. Сейчас денежку получу. Это же круто. Мне еще придется, наверное, обмазаться чем-нибудь. Грязью, наверное. Со свиньями придется потом возиться. Тяжелая жизнь фермера. Че, мне поворачивать сейчас придется? Ой! Тут довольно-таки плавное управление. Даже немного неожиданно сейчас было. Так. Ну-ка, я сейчас прочитаю. Подожди-ка. А, скайп. Хорошо, я, наверное... Так, как бы мне сейчас сделать, чтобы я мог и ехать, и добавить твой... вот, это пиратка, потому что, ну, у меня и так уже полно игр, если честно, денег на все не хватает. Да к тому же, хорошо, когда можно там спиратить. Так. Я сейчас твой скайп, короче, запишу на всякий случай, ё-моё. Ладно. Так. Все, я записал твой скайп, если что, добавлю. Ну, в принципе, я люблю в основном сам разбираться, но если я прям вот туплю, ничего не понимаю, то, естественно, мне помогают зрители, потому что на них вся надежда. Как же стример без зрителей вообще, а? Никак. Для этого, в принципе, и придумали. В этом вся и фишка. Так, что у нас там такое? Что у нас там под мостом? О, какие виды-то крутые вообще. Еще есть, кстати, трак-симулятор, но как-то он не зашел немного мне. Потому что что-то там он не очень-то и хорошо оптимизирован по сравнению в фарминг-симулятор. Тут график даже получше, на самом деле. Так. Ага. Меня трак-симулятор немного это... научил тому, то что надо по правой линии кататься. Конечно, тут нет смысла по правилам ездить, но все равно. Ой, мы немного проехали, точно. Я что-то забыл про это. Я еще так сосредоточился такой, как бы не проехать. Ну, бывает. Так, вот сюда мы, значит, должны сюда вот так заехать. Ну-ка, так. Разгрузить. Все, теперь разгружаем это все дело. 24 тысячи, офигеть! Вон, тут даже пишет, сколько у нас доход, какой у нас доход. Класс. Мы можем, кстати, еще нанять несколько работников, но пока что, я думаю, это нам не надо.
Так, теперь мы будем возвращаться. Так, подождите-ка. Я так понял, все у нас через Escape делается. Вот здесь вот наша база, так сказать. Что это такое? Созревание? Ой. Нет, не созревание, это у нас склад. Едем тогда к складу. Как я сделал бота? Ну, на самом деле, я сейчас не могу на самом стриме объяснить прям вот все очень быстро и понятно, поэтому я тебе советую зайти на YouTube, ввести там, вот как, например, добавить бота там на стрим или еще что-нибудь, например, смотря что тебе нужно. Если бот нужен, то как там... Как настроить мубота, например, для стрима. Вот так можно вести, ты все найдешь, я думаю. Потому что стриминг, на самом деле, очень популярен сейчас. И на YouTube там очень много видео по этой тематике. Я думаю, там все хорошо объясняют на видео самом. Так, а мы уже приближаемся тогда. Наш, так сказать, базе небольшой. Здесь у нас что-то... Это что это такое? Непонятно, что это за растения, но они еще зеленые. Еще пока что созревают они у нас. Самое прикольное то, что мы даже не переворачиваемся. Иногда бывало такое то, что я застревал. Очень плохо. Мы переплыть вообще как-нибудь можем? Наверное, нет. Погнали! Подыщ! Я надеюсь, ты переворачиваешься. Давай, давай, я верю в тебя. О! Очень круто сделано. Хоть это минус к реализму, но... Ну-ка. Ага. Нормально. Хоть это минус к реализму, но зато хотя бы... Так, это... Так хотя бы удобнее играть. Да пожалуйста, я в принципе так-то не больно-то и помог. Тебе скорее всего помогут видео на YouTube, чем я. Потому что настраивать боты довольно-таки долго. Но если ты хочешь прям вот на все случаи жизни его, так сказать, сделать. Так, а... Ну-ка, сюда это получается, это что сюда? А я не пойму. А, сюда мы что? Сено получается. Вот эти блоки сена сюда закидываем. Крутяк. Еще очень хорошо сделали то, что тут люди катаются. Это тоже. Тоже к реализму как-то. Тоже плюс. Плюс один. Интересно, а в прошлых версиях так же было или нет? Вот когда кто-то катается, хотя бы понимаешь, что вот этот вот мир, он хотя бы живой, а не как в некоторых играх. Ты один и все.
сожалению, на моих стримах все ссылки, они удаляются. Ну, это по понятным причинам все сделано. Но я думаю, ты нашел что-то годное. Потому что там... Там вот вверху, вот если, например, вводишь там, как настроить мубот, то вверху там очень довольно-таки хорошее видео, я сам смотрел. Но во многом я и так сам разбирался, потому что там довольно-таки легко. Вот мубот, он очень легкий. Еще есть Nightbot, он тоже прикольный. Но это ж кто понравится, конечно. Я бы хотел бы еще на самом деле продать что-нибудь. Раз уж на то пошло. Ячмень сейчас продадим. Наверное, еще нужно на курс вот этот вот смотреть. Может, выгоднее сможем тогда продать. Так, опять, значит, туда едем. Так, еще что есть. Ой, я даже не отметил. Я просто нажал, но не отметил. Все, погнали. Они довольно-таки медленные, вот эти вот водители. Сейчас я их обгоню. Ну-ка, там вообще... О! Кто-то там сидит. Офигеть, тут все тачки, они русские вообще. Круто. Чего тут только нет. Это Лада, что ли? Ой, я врезался. Ну, хотя бы тут нельзя разбить тачку, вот это круто. Точнее, трактор, какая-то тачка. Вот это вот Лада, я так понял, ездит тут. Тут, скорее всего, еще где-то я видел Волгу и Ниву. Вообще классно. Они что-то немного подлагивают. Да уж. Это еще что за тачка? Тоже Лада. А это что? Гелик какой-то или что это такое? Не пойму, не очень-то и разбираюсь. Ладу-то я из тысячи просто. Если увижу, то сразу пойму, что это Лада. Так, а что это такое еще? Одни и те же тачки ездят. Что тут за выключатели всякие? Жалко, я не могу вот взять и подергать за эти рычаги всякие, чтобы посмотреть, что тут за что отвечает. Это, наверное, очень детальное, так сказать, управление должно быть. Так, это получается, мы сворачиваем. Ой, врезался. Да что ж ты? Ну-ка, немножко назад. Вот так. Сейчас мы продадим вам. Сейчас мы вам продадим тут. Эх, как продадим. Надо бы нам немного поменять вот эту сторону разгрузки, а то... Мне как-то немного вот так, думаю. Все, разгружаем. О!
Почти 4000 получили. Неплохой доход. У нас, кстати, я так понял, еще есть кредит. Ну-ка, где бы нам найти кредит? Баланс. А где кредит? А, вон кредит у нас. 5000 мы уплатили. 5000. Вот так будем уплачивать. Так. А что нам делает этот вообще кредит, а? Кстати, а что у нас? У нас есть животные. Круто, круто, круто. У нас их нету. Да уж. Три яйца уже в курятнике у нас. Надо их поискать где-нибудь. Что это такое у нас? Что это такое? Заправка есть. Ну-ка, наверное, заправить. Довольно-таки медленно у нас расходуется топливо, но это и хорошо. Я бы не хотел, чтобы быстро очень. Мы еще потратили на топливо денег немного. Так, что у нас еще есть? Справка. Сейчас мы скорее всего сейчас доедем и будем пытаться как-нибудь еще заработать денег, потому что то, что мы сейчас открыли для себя, это что-то даже, ну, скучно так будет постоянно одним и тем же заниматься. Ну, зато это можно будет назвать фармом денег настоящим. Это очень скучно. Вот собирать зерно постоянно, вот одним и тем же, если занимаешься, то это рано или поздно надоест, конечно. Так, что это такое? Промзона. Промзона 7. Река 7. Здесь у нас что такое? Ну-ка, что это у нас тут такое? А, теплоцентраль, товарный склад, мельница. Зачем нам мельница, вопрос? Мы еще тут вроде как можем производить хлеб, еще там что-нибудь. Продукты. В этом надо разбираться. Я пока что не очень разбираюсь. Я проехал сквозь значок, это вообще. Что это такое? Это типа купить? Купить или обработать поле. Купить. Симон Коллинз какой-то владелец. Нифига себе. Ну нафиг. Очень-очень дорого. Нам бы еще кредит выплатить. Я вообще ненавижу кредиты. А то еще припрут нам какие-нибудь коллекторы. Ну, прикиньте, 70 тысяч мы должны. Ну, мы типа открыли бизнес, все дела там. Да иди нафиг, ё-моё. Вот пристал. Чувак наладил.
Подумаешь, врезался, что тут такого-то, а? Ездим не по правилам. Так, что у нас еще есть? Сборщик. Это у нас... Что это вообще такое? Ой, не то. Это у нас... Так, это спахивать, это... Не. А, это сажать. Сажать. Ё-моё, что еще можешь делать? Где у нас курятники вообще? Покажите мне курятники. Состав, медокультур, ё-моё. О, вон у нас. А, это коровье пастбище. А чё, у нас типа другого ничего нет, что ли? А где, например? А где машина? Да уж. Где вообще все, а? Хочу посмотреть, что у меня есть тут. Это что-то типа гаражи у меня. Я что еще такое? Открыть меню животных. Ну-ка. Корову купить. Тип купил корову. И что дальше? Он купил корову. Где корова? Скажите мне, где моя корова? Вы куда мою корову-то дели? Му! Я слышу му. А где корова? О! Корова, здорово! Корова. Нифига себе она жрет. Вот это да. Она какую-то пустоту жрет. У нее звук откуда-то оттуда идет. Ё-моё. Корова. Корова, ты чё? Ты чё мычишь? Она издает не отсюда звуки, а откуда-то отсюда. Это вообще нормально? Чем ты ешь вообще? Корова, ау. Ау, корова. Корова, хорошая корова. Травку тебе туда что-то запихать. Почему у нее все звуки чавка не оттуда, а? Что она вообще делает? Я надеюсь, она молоко вообще дает хоть как-нибудь. Как молоко получить? Кто-нибудь скажет, как молоко получить? Я хочу научиться. Как вас доить, интересно. Корову, как вас доить? Где тут? Не знаю. По идее, руками их дует как-то. О, я нашел. Вот он аппарат для доения коров. Здесь типа молоко сюда закачивается. А как сюда, например, корову заманить? Она типа сама, что ли, сюда приходит такая, думает, а давай-ка я сюда зайду, да? И отдам молоко. Чё, жидкий навоз, уровень заполнения 0. А как выйти отсюда? А, все, ясно. Круто. Мне нравится эта игрушка. Здесь что еще такое? А можно еще что-нибудь? Я хочу, например, еще одну корову купить. Чтобы было две коровы. А? Как вам такое? Чтобы было две коровы теперь. Это же круто, когда у тебя целых две коровы. Теперь не... Вон. О! Это что, бык? Бык! Это бык. Бык, здорово. Ну ладно, ты корова. Что будет? И чё ж вы...
Вот почему у них звук исходит из другого места, а? Что за фигня вообще? Неправильно, коровы какие-то. Нафига тут деревья-то, ё-моё, понасажали-то? Коровы-то деревьев не едят, вы чё? Чё за фигня вообще? Ну, выглядит все очень круто, цветочки тут всякие. Молоко вкусное тогда получается, наверное. Теперь ждать, пока они там молоко будут давать. Так, а что мы еще можем в данный момент сделать? Я вот, например, хочу... О, что это такое? О, курятник, то, что надо. Я хочу туда попасть. А, кстати, а где? Машину мы, типа, сами должны купить? Офигеть. Давайте, что ли... Не знаю, там... У меня два одинаковых трактора. Один у нас Фортера 130. Другой у нас Зеттер Проксима 120. Какой из них круче вообще, а? Какой из них круче? Ну вот, допустим, мне вот этот понравился. Я на нем покатаюсь. Так, отцепить. Все, я погнал, короче. Да что ж я опять забыл? Так, я не забыл. Или я забыл? Ну-ка, я курятник. Ну вот, я отметил, а где он отмечается у нас? Где он отображается вообще? На девятку можно вот так-то развернуть, это очень удобно. Вон там корова мычат. Так. Сейчас мы съездим в курятник. Ну-ка. Ой! Занесло немного. Довольно-таки плавное управление, но... К нему надо немножко привыкнуть. Что ж с этим трактором-то не так? Тот нормально ездил, а этот что-то вообще... Что-то с ним не то. Ого, мы можем и... Офигеть. Мы можем на 360 градусов поворачивать голову. Вот это да. Неожиданный поворот событий. О, курочки, здорово. Здорово, курочки, здорово. О, яичко. Яичко. Яичко, я собрал яичко. Куда ж вас? Яички, куда вас собрать? Ну-ка. А их что, вот так типа подбираешь? А, на них надо наступить, оказывается, чтобы их собрать. Что-то как нелогично, ну ладно. Типа вот так мы должны по ним походить. А куда их все складывать, кстати? Курочки, вы не знаете, куда ваши яйца складывать, а? Как продавать яйца? Вопрос. Как теперь продавать яйца?
Чистота 100%. Что это значит, чистота? Привет, Иван. Я тебя давно, очень давно не видел на своих стримах. Добро пожаловать на Farming Simulator 17. Я вот сейчас вот пытаюсь разобраться, как играть. Как что делать. Я пока что разобрался только, как продавать зерно, как найти вообще куриц своих же. Еще мне зритель Егор, он помог мне с зерном, как его продать, подсказал. В принципе, если бы я еще где-то 30 минут поиграл, я бы понял и сам, но так хотя бы побыстрее получилось. Куда складывать вообще эти яйца? Кто-нибудь знает? Нет? Скажите, куда складывать яйца? Ну, ё-моё. Корова ничего не производит, но у меня две коровы. У меня что-то ничего нет, нифига. Ладно. У меня собрано 4 яйца, но... Куда девать-то? Куда все девать? А, вон. Вон что-то есть тут. Нет, тут сосновые. Ага, животные, во. Уход, как ухаживать. Тут какие-то выдуватели солом у нас должны быть, еще там что-то. Понятно. Уход. Вот, например, у меня нету выдувателя солома. Его надо, я так понял, купить. Да уж. А это что такое у нас? У-у-у, сколько всего надо. Так. С этими гадами, ё-моё, мне еще труднее будет. А вот ты. Не знаю, там животными немного труднее, чем вот это ты, получается, засеял там, удобрил все дела. Это, ё-моё, за ним ухаживать постоянно надо, еще что-то покупать надо. Так, а с курами что? В начале игры вам сразу несколько кур. Кур проще выращивать, и они несут яйца, не доставляя вам хлопот. Чё за домохозяйство такие? Ну-ка. Ну, куда отправить-то? Ё-моё. Ну-ка. А, чё, у меня всего-то 3 тачки? Офигенно. Просто. Я не ожидал такого. Где у нас чё? Где? Загружается карта. Мы сейчас вон там. И чё тут, где продавать, чё? Чё это такое? Чё, мы где вообще? Чё это такое? Например, курятник, заправка. Это у нас овощебаза, биогаз. Здесь можно свиней купить. А, не, это... Это наш загон, вот чё.
Понятно. Так, садовый центр. Трудно-то как. Овцы есть. Товарный склад. Товарный склад. Перекупщик животных. Пекарня. Тесной склад. О, вот и магазин, кстати. В магазине мы, скорее всего, можем что-нибудь купить или продать. Неплохо так трактор разгоняется. Ну, как гоночная тачка аж. О, подъехали, приехали. Ну-ка, можно подойти. Что дальше? Р. Мы так и так могли, кстати, зайти. Животные выбрать. Тут у нас много чего есть. Это у нас что такое? Жидкости. Здесь у нас перевозить животных можно. Все очень дорого тут. Вот чё. Цепные пилы, автомобили. Офигеть. Опрыскиватели всякие. Нет ничего даже в распродаже там. Гараж. Это все, что у меня есть. Круто. Я ожидал чего-то большего. Там еще какой-то. Еще какой-то значок, что это такое. Здесь у нас. Продать можно технику. Также можно погудеть. Тут что еще есть-то? Так, ну чё, возвращаемся тогда. В принципе, тут и так недалеко. Можно сориентироваться без подсказок, куда ехать. Мы вообще правильно едем? Да. Все правильно. Конечно, сейчас будем заниматься очень скучным делом, но хотя бы за это будем деньги получать с вами. Сейчас посмотрим, что там с коровами. Они вообще хоть что-нибудь делают там. Сам как-нибудь доедет. Да. Где вы, коровки?
Ну-ка. Я не хочу не делать. Травы вроде как много. Надеюсь, они ее едят. Хотя, если они ее всю съедят, тогда плохо будет. Чё у нас? Где тут емкость для молока? Вот эти, что ли, штуки? Нигде нету. Чё-то ничего. Они еще и не давали молоко. Тут у нас ничего не заполнено даже. Столько времени прошло, они еще никак ни навоз не сделают, ни молоко, ничего не хотят делать. Что-то они вообще обленились на самом деле. Так, а тем временем нам надо бы сейчас сесть куда-нибудь и... Ну-ка. Давайте, что ли, работника наймем, а то и так трудно очень. Или самому попытаться. А сколько там всего? Это тоже же мое поле, да? Ну-ка, включаем тогда комбайн. Это, походу, не мое поле даже. А чье оно тогда? Вон там какой-то маркер. Это, я так понял, это чье-то поле. А, ну вон, зеленым. Зелеными цифрами это значит мое поле. А это не мое. Ну-ка, почем тут? Ну-ка, 16 тысяч. 349 тысяч это у нас номинальная стоимость. Что тут, что-то у нас непонятно пока что. Ну ладно. Придется нам тогда только наше поле уродовать. Погнали. Вот так-то разворачиваемся, значит. Ща все сделаем. Ну-ка. Во! Нормально. Пошло дело. Надо бы как можно больше тут собрать этой пшеницы. Так. Мы же хотим как можно больше денег заработать. Хотим. Потихоньку тут набирается пшеничка. Неплохо так.
довольно-таки долго вот это тут все делается. Ой. Я бы мог бы, конечно, нанять работник, но что я буду делать в то время, пока работник вот этот будет работать? А что вот мне вот делать? Да к тому же ему надо платить много. Я, скорее всего, заполню на 100% свой бак и все. И тогда я уже найму, наверное, работника. Кстати, а у нас где вообще еще есть наша территория? Только вот эту 19-й и все. Что-то мало у нас. Я бы хотел бы еще что-нибудь. Так, а это что у нас? Загон для свиней. Так. Еще что есть. Да и все. Я, наверное, сейчас отойду, а он пускай автоматически тут. Он все это спахивает. Не спахивает, а собирает. Ё-моё. Вот жалко вот. А, ну пускай тогда. Во, пускай автоматически мне все собирает, а я пока что отойду. Вот так вот. Все, я вернулся. Сейчас будем уже сами работать. Так, включаем. Нифига себе там горы. Просто вот это вот сено.
Бот довольно-таки тупой в этой игре. Только ему плачешь и плачешь. Единственное, что радует, то что очень медленно тут у нас расходуется топливо. Не приходится его постоянно покупать. В некоторых играх вообще очень быстро расходуется. Тут хотя бы не придется сейчас переться на заправку. Ой, сколько тут еще собирает-то эту сено вообще. Здесь у нас тоже сено. Вот мы много очень сен пропустили. Можно как-нибудь уменьшить время или там ускорить его. Вот, мне вот это вот интересно. Скорее всего нельзя, тут все по стандарту как сделано. Так, чем бы еще бы заняться в этой игре, а? Тут столько мороки с этими прям животными. Еще поле надо будет, получается, собрать, потом все прополоть. Много работы. Что-то немного у нас собирается тут. Почти все поле уже обработал. Уже почти все собрал и все еще никак не наберу.
Я тут очень много что-то оставил эту сену. Ну-ка. Тут вон еще полоска целая. Ну-ка. Сейчас еще пропущу много. Ну ладно. Нам еще надо будет собрать вот этот вот, вот эту вот всю сено, которая тут осталась. И проворотить блоки. Что еще тут можно сделать? Тут у нас цены. Что-то растет, что-то падает. Надо продавать урожай нам. Нифига себе, я чуть не понял, каким образом я еще собираю пшеницу. Я только что где-то проезжал, и из ниоткуда тут пшеница появилась. Или мне показалось? Что за фигня? Ну ладно. Тут тогда еще немножко соберем. Нам получается, после того как мы вот это вот все соберем, мы должны будем еще и купить вот эту вот штуку для того, чтобы сено собирать. Получается так. Сейчас как раз посмотрим, сколько это все стоит. У нас магазин вообще где? Цены, цены, цены. Ладно. Ну что, мы все обработали или нет? Все мы тут собрали. Вон там сколько уже пшеницы. Еще собрали вон сколько. Вон там вдали еще немного пшеницы осталось.
Надо уж последнюю собрать, да и все. Ну-ка. Во, вроде все. Вроде всю собрал. Так, теперь надо бы нам в тачку загрузить вот эту пшеницу. Так, сюда я, значит, сяду. И вот как он там засыпет, все, я поеду тогда. Так, здесь у нас карта должна быть. Сейчас найдем карту. Карту. Вот она, карта. Где у нас? Во, вот сюда нам надо съездить. Он все высыпал, молодец. Всё, едем. Зачем мы, кстати, платим? Заработная плата минус 2. Мы довольно-таки быстро двигаемся. Должны успеть. Так. Все, в общем, разгружаемся, ребят. Ребята, сейчас мы получим... Ой, не туда заехал. Ай. Все, сейчас мы денежки получим. Сколько? 1700 мы получили. Неплохо. Сейчас надо бы нам доехать, получается, так. Ну-ка, а что еще есть? А
почему у нас тут рядом заправка? Ну-ка, интересно, а почему у нас там заправка? Сейчас проверим. Так, почему он вышел? Что за фигня? Наверное, я нажал на Е. Нечаянно. Как бы до туда добраться, а? Вот постоянно одна и та же проблема. Он у нас немного помельче. Сейчас мы спустимся вот так. Да уж. Давай-ка поехали там, где поменьше немного. Ага. Не заезжаем мы на глубину, не заезжаем. Прикольно такой мостик-то сделали. Вообще карта очень прикольная. Надо бы еще что-нибудь купить. Это я хочу еще попробовать порубить деревья там, попилить их. Так, мы можем вот сюда вот, вот так встать. Че тут начать заполнение? Вот сейчас каною закинем. О, каноэ. Это раз каноэ. Это нафиг каноэ. Это же маг. Это же маг. Самый настоящий маг. Вот он маг. Маг. Самый настоящий маг. Ну чё, погнали. Сейчас отвезем и этот наркотик. Так. Сюда, значит, нам надо. Сейчас отвезем.
Да что ж такое-то врезался? Давай, погнали. Взял и в столб врезался. Ну что ж такое? Ну. Так, получается, какой наш план-то? Какой наш план? Скорее всего, мы, значит, продадим все вот это зерно, которое у нас есть, и я даже не знаю, что еще сделать. В магазин надо бы зайти, посмотреть, что там есть. Я бы хотел бы вот это вот для вот этот сборщик сена, короче, хочу купить. Буду кататься, собирать сено, превращать их в блоки. А то все поле вот в этом сене, а собирать некому. Наверное, найму даже человека какого-нибудь, который будет собирать. Так, итак, мы приехали. Прям вот взяли и приехали. Ну, давай заезжай. Все. О, 5500, нормально. Хорошие деньги зарабатываем. Так, теперь куда нам? Все туда же. Мне интересно, как там вообще можно заправиться? Сейчас узнаем. Только бы доехать. Я еще тогда хотел узнать, но я что-то вообще на самом деле забыл. Но там не видно то, что там можно заправляться или еще что-нибудь там делать. Можно по этой дороге проехать. Надо через мост всегда ехать, а я что-то всегда по-другому еду. Здесь-то легче проехать, чем там.
Кстати, где у нас тут заправка? Написано, что здесь у нас заправка. И как же тут заправиться? Ну-ка. А, вот у нас заправка. Офигеть, я не знал. 12 евро, что? Мы тут евро тратим. Офигеть. Одно дело, когда ты доллары тратишь, а тут целые евро. Ё-моё. Оказывается, тут намного дороже все, чем я думал. Так, нам нужно сейчас еще что-нибудь такое. Канола. Подсолнухи, бобы, соевые, кукурузка. Давай, кукурузку мне сыпь. Ну, как она тут выглядит. Прикольно вообще. Мы можем нанять? Не, не можем. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь за меня ее отправлял. Я же не могу постоянно вот так возить. Сейчас еще деньги получим. Ну-ка. Кстати, интересно, а кукуруза сколько стоит у нас? Сейчас проверим. Давай, заезжай. Разгружаем. Кукуруза, она довольно-таки дорогая должна быть. А, нифига. Почти 3000. Что-то я не хочу больше продавать, но нам же нужно как зарабатывать.
Что у нас тут есть-то еще бы? Что посмотреть? На кукурузу что-то у нас тут. Так. Субботу. О, тут оказывается вон как сделано. С кредитами у нас что? Давай уплатим что ли еще 5000. А что будет-то, если я не буду вообще платить за кредит? Ничего что ли? Что-то так даже не интересно. Виды, конечно, прикольные, тут мосты всякие понастроены. Но в основном это один только лес. Это очень круто. Я поначалу не хотел сосновку, конечно, это ставить, но... Но если бы я знал, сколько тут лесов, ё-моё. Сколько тут всего, а тут... Тут один сплошной лес только. Да так. Чё-то типа деревушки. Тут только у нас тут вон какие тракторы современные, у них вон старье какое-то. Вот ездят, я даже быстрее них передвигаюсь на тракторе, да еще на загруженном к тому же. А что будет, если я им побибикую? Побибикую, побибикую. Они, кстати, не реагируют. Зачем тогда сделали? В некоторых играх реагируют, а тут нет. Я же наизусть знаю, как вернуться домой. Вон еще один трактор, ща сядем за него. Давай, поехали. Что у нас, что за изменения у коров там? О, коровка! Она сюда зашла. Что ты тут делаешь? Молоко иди отдавай нам. Где молоко? Да молоко дело. Сюда вообще пришло, тут даже нету. Нету ни травы, ничего. Зачем ты пол вообще ешь, а? Корова. Корова. Ё-моё. У нас проблемы какие-то пошли. Так, здесь у нас что такое? Навоза нет, ничего нет. Чё они ничего не дают-то? Какой толк тогда? Ну-ка. Так, а что еще можно сделать? Ну, пока что у нас чисто, я так посмотрю. Это у нас свиньи, это у нас овцы, понятно. А, яиц, курятники 5. А как их продавать вообще? Thank you.
Их куда-то можно отправлять, но я даже не знаю как. А, это, наверное, этот нужен нам. Как его там? Поезд. Паровоз какой-нибудь, знаешь. У нас два, оказывается, поля. Офигеть. Одно засеянное, другое не засеянное. Точнее, уже мы одно вон как опустошили. Ну чё, магазин надо тогда. Чё тут? Так, подождите-ка. Выйди, выйди нафиг. О, как быстро портаемся. Ну-ка. Так, уборочные машины. Чё нам надо-то? Где-то фигня. Сеялка. Сеялка, сеноворошилка. Зачем нам сеноворошилка? Чё это такое? О, во! Техника для тюковки. Самый дешевый надо бы. Это вот этого типа. А, это перевозка. Вот оно что. Для перевозки. Это тоже. $25,000 стоит аж. Офигеть. А это 102 000. Ну ладно, сам дешево купим. О, кстати, арендовать можно. А лучше все-таки купить, ладно, покупаем тогда. Так. Где теперь у нас этот транспорт? Интересно. И где это все? Вон там трактор у нас где-то должен быть. Ну-ка, трактор, ты где? Так, трактор уже вижу. Куда все делось-то? Где? Где-то фигня, которую мы купили-то. Офигенно просто, она. Тут осталось где-то. А? Крутяк. Закрепить у меня. Открепить. И что получается? Как? Как это вообще? Куда это? Получается, сюда нужно на машине приехать. Хорошо. Точнее, на тракторе.
Надо тогда получается... Да, ё-моё, что ж ты делаешь? Надо отметить, где это. Нам нужно туда. Там же у нас, да? Вот это все. Ага. Сейчас мы, наверное, вот это вот наше приобретение отвезем вот на нашу базу, так сказать. И все, на этом завершим тогда наш стрим. Что это такое у нас? Непонятное. Что это за то ли управление, то ли игра какая-то, что это такое? Что там на карточках написано? Что-то управление для геймпада какое-то немного похоже. Или это кнопки такие нарисованные? Не, наверное, это что-то... Какие-то бумажки, в общем. Ну что, забираем. Наше приобретение-то. Вот так-то разворачиваемся и едем. Вот так вот. Стараемся. Ну чё? Ну-ка. О! Получилось закрепить. Всё, погнали отсюда. Это я так понял, L закрепить ремни. Закрепил, типа, отсоединил. А в чем прикол вообще этого всего? Зачем, вопрос, я это делаю? Ой, зачем я вообще уезжаю-то? Ой. Ну ладно, уж поехал. Поехал. Мне надо бы пытаться как-то вот так тогда проехать. А, как бы развернуться-то, а? Чуть не получается немного. Да и вон человек мне не хочет даже помочь. Я вот развернуться хочу, а он никак. Я тут пытаюсь, ну, проезжай, проезжай. Давай, проезжай. О, еще один. Чё ж вам всем надо-то? Чё-то я, похоже, застрял немного. Вам не кажется? Ну, ё-моё. Вот как вот вообще так можно проехать, а? Давай что ли отцепим.
Офигенно просто вот. Не знаю, там аза спавнится как-нибудь, еще что-нибудь придумать вообще, чтобы вообще нельзя, да? Офигенно. Что мне теперь делать? Не знаю, там эвакуатор там вызвать можно хотя бы. Нет, нельзя, скорее всего. Я просто застрял. Дебильная игра. Все, она мне теперь не нравится. А, не, все-таки. Я могу теперь хотя бы выйти немножко. Так. Вроде как получается. Все-таки. Все-таки еще не до конца дебильная игра. Так. Ну-ка. Вот здесь мы проезжаем. Можно толкнуть? Вроде нельзя никак тут толкать. А, не, все-таки можно. Получается, я вот так проеду. Ну-ка, давай проезжай, я задолбал уже. Давай. Ну, зацепляйся. Все. Сколько мороки с этим всем, а? Ну-ка, на карту надо навести сейчас, пометить. Так мы, оказывается, правильно ехали. Офигенная история просто. Мне нечего добавить. Ну хоть доедем нормально. У нас теперь есть где хранить вот эти вот сноп сена. А как вообще это, я вот не пойму. Как собирать? Допустим, с помощью этой фигни нельзя никак собирать. А вот как, например, хранить с помощью этой штуки? Как перевозить? Получается, я какую-то фигню на самом деле создал. Да? Какую-то я фигню купил. Так, это еще что такое? Селка это у нас. Я так понял, нам не надо ничего сеять, нам нужно вот эту вот. Нам нужно спахать, я так понял. Давай-ка возьмем. Сейчас он нам спашет. Сейчас мы работника там какой-нибудь наймем. Едет и вспахивает нам все. Какой нафиг, какой нафиг работу закончил, он еще не приступал к ней. Вот, например, здесь вот здесь вот можно же, да, начинать. Оп, все, давай начинай. Только нам он сейчас нам все уничтожит. Все, сено. Ну ладно. На этом тогда мы завершаем наш стрим. Всем большое спасибо, что посетили его. С вами был Дэвил. Всем удачи, всем пока.